это у нас-то после 80-ки, блядь. А это вот, блядь, моторно-трансмиссионное отделение, блядь. Оно тоже, блядь, 200, блядь. Когда его поднимают, надо там летает, блядь. У нас солдатик одного придавило, нахуй, голова смысла. И за весом говорят, а там не поставил. Хуяк обратно ушла, блядь, на голову. Если это АБ, вот это новый оплот. Ну то есть катки на наших один катки. Но это российский или украинский? Там? Это хохлядский, блядь. Хохлядский, да? Конечно. Вот она, 164 Б, блядь. У нас нету таких, у нас катки. Так, один опорный каток, блядь. 172-ки, блядь, у нас, ну как основной танк тактически. 180-ка, просто катки обрезинены. А у них, видите, блядь, как у немцев верхние. Это только единственное, блядь, вот, ну как, блядь, в общем-то отличие, блядь. А пушка такая же, 125-мм. Не подвезли их, хохлы. Да, вот они помнят. А вон с той стороны осталось. Вот, видишь? Ага. Это плод, блядь, вот он. Не снятые, бля. Там, видно, рвануло они, бля. А то, что, а, не знаю, бронежит, да? Ну, это же, да, это на весна броня. А здесь, бля, тоже рекорд, не усиленно сделано. Раньше на 64-х такого не было. Ну, это просто листы брони, да. Или она активная в плане, она еще взрывается? Нет, это просто листы. Ну, конечно, придумали лобовую, бля, броню. Потому что мы в этом на 64-й, когда я лейтенантов служил, мы наваривали листы, блядь, как типа, блядь, 10 сантиметров дополнительно, потому что считалось. А мы, блядь, пошли другим путем, блядь, в России. У нас сейчас идут композиционная броня, то есть передний лист, блядь, тут смысл в чем заключается, блядь. Вот берешь гвоздь, блядь, и молотком можно забить, потому что первый лист, он вязкий, блядь. Угу. Потом идут, блядь, там пенопласт, шарики какие-то. То есть для чего? Для подкалиберного боеприпаса. Активная броня, она спасает от чего? Только от кумулятивной гранаты, хотя сделали, блядь, сейчас тандемной части. Сначала бьет, блядь, это, потом вторая, блядь, хуячит вовнутрь, блядь. А композиционная броня, блядь, она заключается в том, что, блядь, есть такое сопротивление материала, да? Когда, блядь, металлический сердечник бьет вольфрамовый, блядь, он сначала вязкая, блядь. Потом, блядь, вообще легкая. Потом еще сильнее, блядь, да, блядь? Потом жесткий лист, блядь, и он в результате, блядь, внутри, блядь, у него напряженность, он просто рассыпается, блядь, до конца не доходит.